Добрый день, добро пожаловать на портал Невроза Мегаполиса. Меня зовут Алексей Красиков. Здравствуйте. Я продолжаю тему для моих зрителей канала об эффективности. Объясню почему быстро, да, потому что несмотря на то, что занимаюсь тревожно-фобическими расстройствами уже много лет, в результате терапии мы всегда приходим к такому пониманию, как принятие решений, эффективность, результативность, управление временем, управлением результатом, управление эмоциями. Поэтому та система, которой я обычно занимаюсь со своими клиентами, она называется система управления эмоциями и результатом, она во многом коучинговая, во многом тренерская. Сама по себе позиция когнитивно-поведенческой терапии, она даже в истоках когнитивно-поведенческой терапии прописана как директивная, тренерская активная позиция. Поэтому, по большому счету, я тренер. Когнитивно-поведенческий, когнитивно-аналитический психотерапевт и тренер, или коуч, как это можно иногда называть. Соответственно, моя задача – помочь вам быть эффективными, используя для этого всевозможные научные обоснованные методы. Сегодня я вам хочу рассказать о второй и третьей основной ошибке, которую делают многие люди, не только мои клиенты, но и большинство людей в жизни, создавая собственную неэффективность. Я напомню, что недавно я снял короткий ролик о том, что там есть четыре основных проблемы, которые создают одну из структур неэффективности. Это то, что вы фокусируетесь на неважном, а на важном не фокусируетесь. Я напомню, мы фокусируемся на то, что вы не можете контролировать, на то, чем вы не можете управлять, что уже случилось или что случится вдруг, а вдруг и не случится. То есть вы фокусируетесь на том, на чем вы не, то, чем вы управлять не можете. Абсолютно. Это никак не поддается вашему контролю и управлению. То есть управление и контроль. Два момента. Вы пытаетесь управлять неуправляемым, что уже по факту случилось. Например, у вас умерла собака. Это факт? Факт. Но вы все еще пытаетесь как-то этим управлять и так далее. Или вы сидите в коридоре, когда идет операция. Такое ощущение, как будто от вашего беспокойства что-то изменится. Вы пытаетесь контролировать и управлять. То есть вы переживаете. Или, например, вы сдали экзамен, и вы переживаете. Зачем ты переживаешь? Ты уже это сдал. Ты ничего не можешь изменить. Вы ничего не можете изменить, вы не можете контролировать и управлять, но вы все равно тратите огромное количество ресурсов. Это первое и второе. Третье и четвертое – это то, что вы либо вспоминаете, что было когда-то давно, а помнишь когда-то, а вот вчера надо было бы. Это уже случилось, что ты об этом вспоминаешь, зачем ты тратишь свою энергию? И четвертое – это а вдруг случится в будущем, и тогда будет ужасно, а как я с этим справлюсь? Да? То есть вы думаете на будущее негативно, создавая проблему в голове, которой еще нету, тратя на это энергию, а ваш мозг не видит о том, что это в будущем. Он воспринимает, как будто проблема есть сегодня. В итоге вы вечно в проблемах. А вот когда вам вечером поступает звонок, или когда вам надо мобилизироваться, сфокусироваться, потому что именно от вас сейчас будет зависеть многое, от вашего решения, от вашей энергичности, от ваших действий, от вашего мышления, вы выжат как лимон, потому что вы весь день потратили на то, что я писал выше. Помним, да? Это в первом ролике было озвучено. Теперь второй и третий основной навык, который тоже вам было бы неплохо в себе в голову так интегрировать, да, интроицировать. Это то, что человек – существо социальное, и человек учится посредством примера. Соответственно, вывод очень простой. Если вы не меняете среду обитания и качество этой среды, вы обречены на деградацию. Поясню. От того, где вы живете, как вы живете, с кем вы живете, и ваше окружение, которое вас окружает, это средний срез вас. Соответственно, если вы хотите расти интеллектуально, финансово, в результативности в какой-то собственной личной, вы должны понять, что вам надо постоянно удобрять среду качественными, простите, качественными людьми, которые на 2-3 головы выше вас. Тогда вы будете у них учиться и тянуться к ним. Если вы выбираете стратегию «я буду лучший среди худших», вы обречены на деградацию. Например, вы работаете в среде среднячковых продавцов. И вы, в принципе, лучший продавец среди среднячков. Ну и все, вы встали. А если вы придете в компанию, где каждый, даже средний продавец, на 2 головы выше вас,
тогда вы будете к ним тянуться, будете расти. Поэтому правило запоминайте. Улучшайте среду вашей жизни. Улучшайте качество людей вокруг вас, у которых вы сможете учиться и развиваться. Засуньте свое эго подальше и идите и учитесь. Меняйте окружение. Посмотрите, что вас окружает и кто. Это очень важный навык. И второе здесь же, или третий навык в целом, это способность к изменениям. Способность принимать изменения. Я поясню. Большинство людей хотят жить в зоне комфорта. Они хотят жить так, чтобы ничего не случилось, но при этом хотят изменений. Ребята, так не получится. Если вы хотите серьезных изменений и результата, вам надо принимать решения и выходить из зоны комфорта. Это риск, дискомфорт, смена окружения, часто смена квартиры, смена жилья, людей, много чего смена. И мышление там в том числе, об этом попозже. Вы должны научиться к переменам. Вы должны научиться принимать перемены. И тогда вы сможете интегрировать новых людей в вашу жизнь. Если вы хватаетесь за комфорт и стабильность, безусловно, это ваше право, но тогда, скорее всего, вы остановитесь на том, на чем вы сегодня, то, что вы сегодня имеете. Понятно? Итак, я подытожу. Первое. Не тратить энергию на то, что нельзя управлять, на то, чем нельзя контролировать, на вчера и на сегодня. Тратить свою нервно-психическую энергию и фокусировку только на то, на что вы можете влиять и то, что поддается вашему контролю и результативности. Второе. Менять среду вокруг вас, менять качество людей, учиться у тех, кто на 2-3 головы выше вас, и никогда не переставать это делать. Улучшать, улучшать, улучшать. Требовать от себя, от своей среды, от качества людей. И третье. Развивать способность к переменам. Развивать способность выходить за рамки комфорта. Постоянно выдерживать себя в неком дискомфорте, тренировать силу воли. Это можно делать через спорт, это можно делать через тайм-менеджмент, это можно делать через коучинг, через наставничество. А теперь я отвечаю на вопрос, который я задавал недавно ВКонтакте, если помните. Кто не помнит, я предлагаю вам присоединиться. Итак, вопрос звучал так. Представьте себе, что ваш сын пришел домой и принес 2 по физике. Что вы ему скажете и обоснуете ваш ответ? Вот для тех, кто сейчас только это услышал, я предлагаю нажать на паузу и подумать, что вы скажете, когда ваш сын принес 2, и обоснуйте ваш ответ. Пожалуйста, подумайте. Вы подумали? Тогда попробуйте это произнести вслух и обоснуйте, почему вы это сделаете. Ну, именно так ему ответите. Спасибо. Более 60 человек примерно сказали следующее. Я не буду ругать, объясню, что это не страшно. Посмотрю, в чем проблема, помогу выучить тему. Самый, наверное, такой частый ответ – это то, что я не буду ругать и помогу ему понять тему. Вы правы. Абсолютно. Это хороший способ. Но он не мой. Объясню, почему. Когда ко мне придет сын с 2 по физике, первое, что я у него спрошу, что ты сделал для того, чтобы этой 2 не было? Я поясню. Еще раз. Что ты сделал для того, чтобы этой 2 не было? Почему ты не списал? Почему ты не решил? Объясню. Философия моя заключается в том, чтобы научить людей решать задачи, быть эффективными, выполнять цель, выполнять задачу. Решать цель, достигать ее и выполнять задачу. Проблема в том, что средняя школа в Российской Федерации и в Советском Союзе учила людей тому, что твоя будущая эффективность и твоя будущая результативность зависят от твоих оценок. А твои оценки зависят от того, как ты понимаешь материал. Это правда, но не вся, к сожалению. Правда заключается в том, что одной интеллектуальной сферой, где ты понимаешь, как решать пример, ты не будешь эффективен. Я объясню, почему. Когда мой ребенок приходит домой и получает 2 по физике, я задаю вопрос.
Что ты сделал для того, чтобы этой двойки не было? Почему ты не списал? Почему ты не попросил тебе помочь? Почему ты не попросил объяснить тему заранее? Что случилось? Почему не была решена задача в целом? Только задача – это не задача в контрольной, поняли, да? А задача – справиться с задачей, не получить два. И если мой сын скажет: «Папа, я пытался это и это, но там заблокировали Wi-Fi, я вышел, попытался позвонить или попытался попросить помочь, списал, меня спалили, не получилось». Я говорю: «Молодец. Следующий мой вопрос. Как ты будешь это решать дальше?» «Я постараюсь то-то, не парься, это моя проблема». Вот тогда я скажу: «Супер, молодец». И я буду им гордиться, даже если он спишет. Потому что он решает задачу, а не ноет и не тупо зубрит, чтобы просто тупо получить 5. Именно поэтому армия красных дипломов абсолютно неэффективна в жизни. Их учили, что они из-за пятерки будут эффективными. Это неправда. Вы будете эффективными, когда вы будете уметь решать задачу. Только вам говорили, что решать задачу в математике вы будете эффективными. Нет, надо уметь решать задачу глобально. Не получить 2. Это ваша задача. Понимаете? Задача, когда вы будете заниматься бизнесом или еще чем-то. Ваша задача реализовать поставленную цель в рамках закона Российской Федерации или той страны, в которой вы живете. Вот у вас рамки. Закон. Вы должны думать, как это сделать, а не просто через пятерки туда идти. Иногда через двойки. Объясню, как быть успешным через двойки. Пример можно привести примерно такой. Помните фильм «Приключения Шурика» в Советском Союзе? Эпизод «Наваждение» назывался. Там, где Лида, это самая хорошая девочка Лида. Помните, вот там был эпизод, где они сдавали сессию. Дуб, прием, как слышно, прием. За изобретение ставлю 5, а по предмету неуд. Помните? Вот это метафора того, что ты в жизни, и за то, как ты мыслишь, я тебе ставлю 5. Ты крутой чувак, ты Стив Джобс. А по предмету 2. Прикол в том, что эта двойка по предмету ничего не меняет. Меняет как раз то, что он думает, как решать задачу. И даже если у него не получилось, ему поставили двойку, это ничего не значит. Он думал, и он придумал, и он пробовал. А Шурик, ботан, в лучшем случае станет наемным менеджером. Это в лучшем случае. В основном они становятся просто потерянными, боящимися совершать ошибки людьми. Потому что им вдалбливали, что 5 – это хорошо, 2 – это плохо. За 5 я тебя люблю, а за 2 я тебя не люблю. За 5 тебя любить можно, и за твои результаты можно. А вот за двойки тебя любить нельзя. Это неправда. Если мой сын получил 2, потому что он пытался и это, и случилось так, это не значит, что он плохой. Я у него спрошу, что ты для этого сделал. И вот если мой сын скажет: я пытался решить и больше не сделал ничего, тогда я ему скажу, что я с тобой не согласен, потому что тебе надо было списать, попросить, ты-тым. И вот это и есть способ эффективности. Решать задачу. Вспоминаем Людмилу Прокофьевну Калугину из фильма «Служебный роман». Людмила Прокофьевна – типичный пример красного диплома. Да, благодаря вот этой невротичной эффективности, пятерки я хорошая, двойки я плохая, она стала руководителем крупного министерств. Росстат, по-моему, там был, да? Статистика какая-то там была. Да, действительно, это правда. Но посмотрите, была ли она счастлива? Нет. Потому что она была неэффективна. Она была эффективна исключительно в интеллектуальной сфере своих цифр и работы. Но в жизни она была неэффективной. Потому что Людмила Прокофьевна думала вот так. Пятерка – это хорошо, и туда-туда нельзя. А когда Анатолий Ефремович растопил ей сердце и показал ей, что ты можешь плакать, и ты можешь быть нормальной от этого, и показал ей, что ты можешь быть настоящей, он помог ей допустить двойки, допустить ошибки и слабости. И тогда она стала настоящей. Вот поэтому ваша двойка, это еще не говорит о том, что вы глупый и плохой. Ваша задача думать о том, как решить вопрос,
достичь поставленной цели, а не тупо получить 5. И если вы получили 2, это еще ни о чем не говорит. Думайте, как решить задачу в рамках закона. Не оценивайте себя 5 я хороший, 2 я плохой. И постарайтесь это донести вашим детям и тем, кто подрастает. Ваша задача быть в рамках закона, но искать способы решать задачу. Школа и институт учат именно вот этой импровизации. Я не хочу говорить про себя, как я учился в школе и в институте, но кто меня помнит, тот знает. Но в институте в первом. Вот в институте психоанализа я уже учился, у меня все на 5 и на отлично, потому что мне нравилось. В институте мне многое не нравилось. И знаете, что я делал? Я находил способы, вот в первом институте экономики, мне больше половины не нравилось. Я находил способы решать вопросы сессии. Я не ныл, и я не пытался зубрить то, что мне не нравится. Я находил способы. Вот эта возможность и является эффективностью. Находить способы в рамках закона. Спасибо.